На Сахалине планируют развивать цирковое искусство. Школу для подготовки детей откроют уже через пару месяцев, а пока островитян ближе познакомят с этим направлением. В течение недели в областном центре будут выступать знаменитые артисты из Москвы. Чем постараются удивить зрителей, узнала Любовь Баздрева. От пантомимы и клоунады до жонглеров и прыгунов. Программу шоу обещают насыщенную. Команда артистов более 30 человек. Это звезды российского цирка и артисты эстрады. Они уже прибыли на Сахалин и готовятся к выступлению. Хотим, взбудоражить, скажем так, сердца и наших зрителей. Вот. И хотим зарядить отличным настроением и зрелищными трюками. Вместе с именитыми гостями выступать будут и наши сахалинские воздушные гимнастки. Тренировки с ними изначально проходили онлайн. Изначально хотел сразу, чтобы был проект совместный, чтобы были какие-то артисты как бы с Сахалина, чтобы это не были. Вот приехали из Москвы, и все хорошо. Вот. Пока не удалось нам найти артистов на Сахалине в плане цирка по вечеру. Вот. Но мы задействовали вашу художественную гимнастику. Шоу пройдет под названием «Мы пробуждаем солнце», и это не случайно. Задача гостей – пробудить интерес к цирковому искусству на Сахалине. Совсем скоро здесь планируют открыть специализированную школу. Она будет рассчитана на 120 мест. Она рассчитана на 5 лет для возраста детей от 6 до 18 лет, достаточно насыщенные по всем цирковым жанрам, которые могут быть. Да, мы не работаем с животными. Работать с ребятами будут 8 педагогов. Это выпускники ведущих цирковых школ России. Информация о наборе на обучение будет известна в конце августа. Что касается этого шоу, оно пройдет с 23 по 28 августа на Сахалин-арене по адресу проспект Мира, 70. Билеты можно приобрести в кассе Сахалинской филармонии. Любовь Баздрева, Алексей Нестеров, Дмитрий Прокошкин, Солнце ТВ.